Три высших учебных заведения Чувашии имеют признаки неэффективности. Министерство образования и науки России опубликовало результаты мониторинга деятельности высших учебных заведений за 2013 год. Мониторинг эффективности российских вузов проводился с 15 августа по 15 сентября прошлого года. Проверка осуществлялась по 50 параметрам, в их числе оценка в образовательной сфере, научно-исследовательской работе, международной деятельности, трудоустройстве выпускников и развитости инфраструктуры образовательного учреждения. По первым итогам признаки неэффективности обнаружены у Чувашского государственного педагогического университета, Чувашского института культуры и искусств и негосударственного регионального института технологии и управления. Мы оказались в такой ситуации по нескольким причинам. Та, что в 2012 году, по результатам которого производился мониторинг, у вуза в собственности или в оперативном управлении не было ни одного квадратного метра площадей учебных. По двум показателям мы все-таки вышли выше порогового значения, в частности, это средний балл ЕГЭ. И второй показатель, это 0,51, это касается процента преподавателей, которые имеют почетные звания, государственные на какие-то премии, звания лауреатов различного рода конкурсов, у нас в сравнении с пороговым показателем выше на 25%. Университет и сельхозакадемия признаны в новом рейтинге эффективными. Кроме того, в список эффективных вошли филиалы 5 из 13 российских вузов, расположенных в Чувашии. Глава Минобрнауки России Дмитрий Льванов отметил, что список неэффективных образовательных учреждений является предварительным. По его словам, вузам, которые уже попали в черный список, необходимо разработать планы мероприятий по повышению эффективности их деятельности сроком до 1 декабря текущего года.